Запад намерен добиться беспрецедентных поставок вооружений Украине. В Эстонии группа из 11 стран договорилась о новых пакетах военной помощи. В преддверии большой встречи союзников по НАТО на базе «Рамштайн» министр обороны Литвы заявил, что Киев получит сотни единиц бронетехники, а некоторые партнеры наверняка отправят украинцам немецкие «Леопарды». В Берлине сообщили, что примут решение в ближайшие дни. «Мы будем продолжать поддерживать Украину, выделять помощь, обучать солдат». Великобритания передаст в распоряжение ВСУ 600 ракет «Бримстоун». Швеция поделится самоходными артиллерийскими установками «Арчер». «Ключевая задача, которая стоит перед нами и нашими партнерами, дать понять террористическому государству, что в Украине у него ничего не получится». Владимир Зеленский провел переговоры с главой МАГАТЭ. Рафаэль Гросси подтвердил, что инспекторы агентства будут размещены на всех украинских АЭС. Цель постоянных миссий – обеспечение безопасности ядерной инфраструктуры. В ожидании саммита в формате «Рамштайн» Дмитрий Медведев в очередной раз осудил отправку оружия Украине. «Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – заявил бывший президент. Сергея Лаврова принимали в Минске. По словам Александра Лукашенко, он делает, цитата, «все, что обещал и все, что нужно Москве в связи с проблемами россиян в Украине».